В областном центре наградили участников 7-го конкурса педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений «Призвание». Творческое состязание проводят в рамках реализации муниципальной программы развития общего образования города Магадана на 2020-2025 годы. С 23 ноября по 11 декабря учителя городских школ и преподаватели дошкольного образования представили в оргкомитет следующие материалы. Электронное портфолио, педагогическое кредо, обобщенный опыт, видео проведения мастер-класса и авторскую разработку «Творческий продукт». Победителем и участником конкурса «Призвание» глава Колымской столицы Юрий Гришан выразил слова благодарности за многолетний опыт в непростой профессии, а ведущие вручили им ценные призы. Спасибо вам большое за В завершение конкурса ученица 6 класса 30-й гимназии, победительница городского и регионального этапа всероссийского конкурса «Чтецов. Живая классика» Злата Ермолова преподнесла гостям творческий подарок – стихотворение «Я кто». И тут к щенку подошла кошка Клаша, красивая и хитрая. Здравствуйте! А кто вы такой? Я собака. Скоро буду, когда вырасту. Конкурс «Призвание» проводят с целью популяризации новых результативных форм и методов образовательной деятельности педагогических работников муниципальных образовательных организаций Магадана для выявления и поддержки педагогов, преданных своей профессии, тех, кто видит свое призвание в необходимости помочь каждому ребенку максимально раскрыть и реализовать свои способности.